Все, ваша машина готова, можете забирать. Ага, спасибо. Все хорошо. Вот ваши деньги. Да, спасибо. Ой, а что они у вас такие мокрые? Понимаете, за неделю я эту машину пятый раз убиваю. Муж, когда деньги давал, плакал. Сколько? Пятый раз. Паха, привет, Паха! Здорово. Ну что, поздравляю, а? Ай, спасибо. Мужики говорят, женился. Ну да. Второй раз. Да. Хвастайся, чё, как? А чё хвастаться? Ты её знаешь. Это Ленка, родная сестра моей жены первой, бывшей. Да ладно? Да. А чё это ты так? Ну, я что-то так подумал, когда разводились. Ну, тесть мужик нормальный, выпить, посидеть, да и теща вроде неплохая. Ну, а чё, правильно? Ты чё припёрлась ко мне на работу? Я тебя замуж выдал. Ты чё припёрлась? Мой зять, потому что... Что мой зять? Он что, тебя бьёт, что ли? Хуже. Он просит какой-то борщ. Чё делает? Какой-то борщ, не знаю. Ну что, как у вас дела? Починили ребята печку, не? Да, наверное, уже починили. А что, давно у вас холодно в автомобиле? Печка не греет, никто не греет. Знаете, так холодно, так уже надоело мерзнуть прям. Прям не могу. Прям холодно мне. Вы знаете, у меня есть один хороший вариант. Ну-ка ж. Даже интересно стало. Не знаю, понравится вам или нет. Ну, давайте посмотрим. Пойдемте. Пойдемте. Есть вот такая печка, давайте я вам сейчас включу, вы посидите, погрейте. Оля, все вы мужики одинаковые, я ему про одно, он мне тут печку какую-то принес. В смысле? Сам ей грейся. Пап, знакомься, это Витя, он модный московский шиномонтажье. Возьми его на работу, пожалуйста. Доча. Мы же его не прокормим, дочь. Ну, чуть-чуть, он мало ест. Хороший. Игорь Васильевич, можно вас? Да. Игорь Васильевич, ваш совет нужен. Все поменяли, все перепроверили. Искра есть, ГРМ поменяли, метки в порядке, не заводится и все. Может, есть у вас какой-нибудь совет, секрет? Сейчас я за реанимацию скажу. Один. Игорь Васильевич, я жила. Еще. И? Завелась! Игорь Васильевич, ты гений! Папуль, приветики. Привет. Ну что там твой корпоратив? Что там тебе подарили? Ой, пап, мне подарили прекрасную путевку в жизнь, где я неотразима, красива и очень умна. Опять Джек Дэниелс? А ты как узнал? Антоха, завтра, пожалуйста, доделай. Ну что, завтра приеду. А почините мне, пожалуйста, машину. Ну, починим. А машина где? А это все, что осталось. Я тоже. Куда же идти? Меня ждет маньяк.